Всем привет, ребята, с вами снова я, Еноточ. И сегодня мы будем продолжать играть в Lucky... Ай, прошу прощения, в Egg Wars. Сейчас мы... пойдем вот на того... человечка. Ну, конечно же, не забудем взять вот такую броньку, как обычно. Ну, сейчас нам придется сразиться вот с тем желтым. Это будет очень желтая, жесткая, желтая битва. Да, 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 давай. Эх, я хотела спрыгнуть, чтобы его убить сверху. А сколько не спавнится изумруд? То пойду на изумруд погляжу. Понял. Надо вообще зеленых убивать. Они как-то спокойно живут. У меня даже родилась гениальная идея. Никого на нашей базе нет. Ну, подождем, закупимся мы. Надо, получается, с вами 32 алмазика. Так, это кто-то там идет. Так, нас двое. Желтые, как всегда, выигрывают. Мне кажется, он сейчас на нас пойдет. Очень не хочу так. Ну, давайте. 32. Отлично. Он уже вот просто хочет к нам идти. Так, закупились. И давайте берем меч. Блоки. Побольше блоков. Еще больше. Думаю, надо еще больше. Ну и стейков, конечно же. На стейков мы сразу закупим 12. И на блоке у нас уже много блоков нет. То есть не хватает нам много блоков. И что? В чем заключается моя гениальная идея? Мы сейчас построимся к ним вот отсюда. Ну что, погнали. А, я шкирку не взял. Да, сейчас бы было бы обидно. Так. 12, думаю, хватит даже для кирки. 10 даже. Ладно, погнали. И сейчас мы там уже пойдем строиться. На зеленых. Чуть не упал. Страшно было. Ну что, просто ждем. Строимся, так сказать. Самое главное иногда оборачиваться. Посмотреть еще, если кто. Надеюсь, таким образом мы сможем сломать зеленых. Будет идеально. Самое главное, чтобы мой тиммейт особо никуда не ходил. Не, пусть ходят как бы на центр там. На центр, кстати, нам могут очень легко яйцо сломать. А я этого очень боюсь. Пока меня никто не засек. Так, один из зеленых, как я понял, умер. Или просто вышел из игры. Ну, и зеленых сейчас сломать будет самая легкая задача. Желтый это просто, это реально, вот я ему хочу сказать, нереально будет. Вон там он стоит, лутается. Вот, наше яйцо было сломано. Я даже знаю кем. Это, конечно же, желтыми. Блоки заканчиваются, на базу возвращаться никак нельзя. Все уже хорошо, почти дошли до конца. Так. Я остался один в команде. Ну и погнали. Ломать зеленых. Зеленого, можно даже сказать. А зеленый там тащит. Хочу вам сказать. Ну и что? И что, теперь зеленый? А, уже все. Уже все. Мы уже здесь. И давайте сломаем ему. Наконец-таки. Его точку спава. Яйцо. А, понял. Здесь стояла ловушка.
Поэтому надо закупиться немного блоками и, конечно же, стрелами. У них второй уровень, это очень странно. А мне интересно, такой конфликт навсегда дали, да? А, нет, хорошо, что не навсегда. Так. И блоки. Да, у меня вообще железа нет. Блоки. Стекло поменьше стоит, да или нет? Нет, стекло дороже. Так, зеленых уничтожили, остался я один. Против четверых желтых. Но это нереально, но попробовать стоит. Вон, видите, у него уже зачарованный меч. Но это конец. Опа-на. А вот мы и победили. Сейчас, я надеюсь, он ливнет. Он ливнет, пожалуйста. Ты же ливнешь, да? Ты же обидишься и ливнешь. Будем надеяться. Ну, алмазики, почему бы нет? Синих давно уже, как 100 лет уничтожили. Но кирочка, кстати, неплохая. Обрадовал меня. А там наверху генератор. Да? Вот я не знаю, где генератор это. Где-то были. Да, вот здесь два. Сколько он-то? Один эмеральд в 10 секунд? Ну это жесть. Здесь копить и копить. Тот же идет. Надо его сейчас перепвпшить. Но это жестко ПВП, хотя не такой язычный, они особо драться-то не умеют. И вот сейчас я на них пойду, ща. Пока не закупились, надо бежать на них. У меня нет варианта умереть. Угу, понял, не надо. Надо лук купить. Надо бежать покупать лук. Уже нет смысла. Ну ладно, на этом наша игра в Майнкрафт заканчивается. По крайней мере на сегодня. Всем удачи и всем пока.